Одна горбата и сникерс. Черном все равно. Черном, черном. Черном.
Так? А сейчас ты Давай, девочка, чуваку. Я хотел чай купить, она взяла сок и печенье дала ему. Огонь. Осень 50, напоминаю запорожскую электричку, это ужас. И тут лист, салфеточка, ложечка, печенька, лимон, сникерс. Туалетик в тамбуре. Водичка теплая. Сливчик. Сумочки под мусор. Суцивильника. Информация. Открыть дверь. Обзор поезда. Мусор. Тамбур. Туалетик. Горячая водичка. Окей, тамбурон. Тамбурончик. Информация на окошке. Столик, мусор. Резеточка. Штора. Свет. Такая фишка. Поезд. Педали. Мой поезд. Начинаются приколы. Начинаются приколы. Поехали. Оказывается, у меня было 2 билета, и мне надо было пересаживаться на какой-то станции, чтобы доехать до Тамашева. А этот поехал прямо. И, в общем, от Тамашева я 30 км. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сейчас буду тулить какой-то маршруткой.
Что-то где-то как-то пробовать автобусом. Жесть. Учите польский язык. Он мне дал, будешь в Восток, а то там-то, там-то. А что пересаживаться, никто не сказал. Потом я рассмотрю по карте, что-то не так пошло, что-то мы правее ушли. И оказывается, мы пошли на Петроков-Трибунальский. А Тамаша в 30 км звідси. Вот так вот. Нашел остановку. Вот там Тамашев. 30 км ехать. Будем ехать. Приехал я в Тамаш Мазовецкий. Здесь делают паштет Мазовецкий. Поселили нас в хату. Здесь Витек у нас живет еще. Знакомьтесь. Витюня, короче, мы продали тачки на Украине, блин, и приехали сюда, сидим. Больше зарабатывать. Сидим, едим картошку, блин, жареную. Ёлки-палки. Как говорится, поставили все на кон. Да. Вот такая вот. Вот это паштеты наши. А ну где Мазовецкий? Мазовецкий, сейчас. Я еду всю дорогу и думаю, блин, неужели паштет Мазовецкий этот? Вот оно. Это самый, самый дешевый паштет. Злотый 90, да? 99. Злотый, почти меньше, чем 2 злотых. Это он, я его ел еще 8 лет назад, наверное. Так что вот так. Сидим на хате, в пятиэтажке. Ждем Эдика, приедет нас, заберет, повезет в гараж. Вот такая петруха. Обзор моей новой хаты трехкомнатной. Ау! Нормально, только что балакал. Витёк. Посмотри, я данные ввожу в нашей базе. А, ну вводи, сейчас я сниму обзорчик. Опа, кухня. Кухоночка такая. Пацаны спилили дерево. За окном. Пятиэтажки, как у нас. И туалет такой же, маленький. Сидишь головой в двери. Точно. Сталин строил. Вот так. Точно, как у нас в хатке. Прикинь. Да, телек есть. Кровать. Еще одна комната. Четыре. Вот такой балкошек. Газоны стригут. Напруга. Едем на Скании. Да. Петро. О, привет. Привет, братва. Ух, Карлосоны какие. Тут есть дофига, а там, подивись, вон, вправо, скільки, бачиш, ціла череда, вон, ну, за деревами, бачиш, скільки? Да. Ти не знімеш, бо там сонце стоїть. Да. Давно пора було, боже, пользоваться напругой. Природньою, правда? Да, волна, сонце. Входим с Кауфланга. Едем с Игорьком на Скании. По супер трассе. Начинаем познавать работу. Кауфланг. Наша база. Кауфланг рулит. Да. Красота. Вот так. Смотрите, ребята, камера стоит на торпеде. И она не падает с торпеды. Америка. Ага. Так что, красавчики. С прицепами. Да, какой прицепчик модный.
Крутяк. Вся Польша строится, кипит, дымит, шевелится. Все шевелятся. Проекты, прогресс. Мы на ручнике стоим. Толщина бетонки сантиметров 20, да? Для зверей переход, да? Переход для зверей, для животных. Вон он. Тут для людей не могут сделать у нас, а тут для животных переходик. С леса в лес. Огорожено парканом, чтобы на дорогу не выпрыгивали. Видел оленей двух. Все четко. Хай! Игорян стажирует, рассказывает, что почем, куда и как. Один день, одну ночь он меня постажировал, и уже шеф мне хочет давать машину. Ой. Я вареный, я только приехал. Уже говорят, сегодня тачка будет. И документы за день решил шеф. Так что будем бомбить. Заценюем дорогу в Польше. Леса. Бросайте, дальнобойщики, эту укротрассу убитую, разбитую. Езжайте сюда зарабатывать. И не мучайте себя и свою машину. Поляндия вся в хорошей дороге. Америка. Катедра свежо отремонтована, что видно, отреставрована, пенки себе презентует. Трафик фур капитальный. Фура на фуре. Вот в Германии такая свинья постоянно. Вся пляшет дворы. Here I am now. I'm fading.
blood right, fade light, just set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Let it under the sea, under the sea. Дракон старенький, холодильника нету, это не держится, седухой закрепил. Распаковываем. Этот дятел дырок насверлил-то. Ну так, места мало, стажировался я. И вторая кровать была, туда вещи можно ложить, и полки. Это малючок. Мои вещи я уже сложил. А это маловато места, конечно. Ну, зато есть модный ковер. Джинджеровка. Получил джинджеровку. Сижу. Кукую.
Жду смс-ку. Жду смс-ку от логистов, когда ехать на загрузку. Все. Джинджеровка. Джинджеровка. Тут еда. Там одежда. Якось-такось. Штора есть у меня. Джинджеровка. Ну, так вот как-то будем стартовать. Сканюха моя. Тренировка между канистр по полигону. Тренировка по заезду. По заезду. Як кажуть поляки, по заезду. Это вам не ЗИЛ 130-й с причепом. Рано начал ломать. Окей. Дякую дуже, пан, не знаю, як звати. Автоматик. Ладно, ребята, не буду отвлекаться. Дякую дуже, пані.